школа Амига, снова вы, снова я, снова резьба Revelations, второй эпизод. Называется он «Созерцание», если я правильно прочитал это слово. Начинается, как правило, каждый эпизод с нереально долгого мультика. Какие-то негр-латинос и европеоид бегут по ночному лесу от мутантов. Мне кажется, это трейлер к следующей части фильмов «Поворот не туда». Вы, кстати, смотрели «Поворот не туда», да? Вот тоже яркий пример того, что если делать много частей чего-то, оно скатывается в говно. Но оно и было-то не очень. Но все равно скатилось окончательно. Итак, видимо, в этот раз мы будем играть за монголоида, да? Этот владеет кунг-фу, судя по стойке. Это уже внушает мне надежду. Видели, да, как он в позу дракона встал, когда вошел? Второй азиат тоже, наверное, тайский боксер какой-нибудь. Видите, вот эти развитые грудные мышцы. Вот эти узкие глаза, это явный признак того, что каратисты. Откуда-то у него в руке появился нож, которого у него до этого в руке не было. Судя по тому, что второй китаец затыкает себе нос, плохо пахнет. Плохо пахнет от кого? От Клэр. Клэр, ты чё такая вонючка? Редфилд. Редфилд, ты жив? Говорит ему. Да, есть такие игры и фильмы, где женщина притворяется мужчиной там. И вот, видимо, это одна из них. Новичок с нами. Я так и знал, что это вы, ребята. Я заткнул нос. Конечно, раннего Рамштайна, пожалуйста. Оу, какая классная музыка там играет. Вусик. Бар называется Вусик. Вусик не дуем надо было дописать. Итак, эпизод второй. Как мы знаем с первой части, что интересный сюжет, динамичная игра, классная игровая система, потрясающее управление, супер графика и оптимизация. Это только краткий перечень того, чего в этой игре нет и, вероятно, не будет. Чтобы придать этой игре атмосферу ебланства окончательно, я применил костюмы, короче, на главных героев. Смотрите, да. Это полная порнуха. Ну, не полная, конечно, но неприкрытая эротика явно. Ой, у нее татуировочка есть. Смотрите, у нее на лопатке что-то китайское написано. Вон, видите, вот. Сомнительная татуха. И вообще она как доска. У этой-то побольше. В принципе, мне нравятся стройники. Ладно, не суть. Эти костюмы рисовал не я. Это из DLC. Ну, естественно, пиратского, но так оно, видимо, платное. Значит... применить их я имею, в принципе, почти что полное право, поэтому не надо мне. Ля-ля, что игра стала выглядеть абсолютно конченным говном. Она, конечно, им стала выглядеть, но исключительно благодаря стараниям самих разработчиков, а не моей прихоти. Видимо, мы сейчас будем обороняться. О, господи, заткнись ты, дай побегать, лут пособирать. Жопец главной героини, я думаю, все пацаны сейчас одобрят, да. Грех гнать на эту шкурку. В смысле, не на шкурку героини, не героиню, а на костюм. Наша команда классно сочетается. Смотрите, два грязных оборванца и две секси-чики. Супер. Воин кунг-фу пошел. Давай, Шаолинь, на разведку. Зачем он носит подтяжки под свои... Очень классно, что я поднялся наверх, уже собирался разбить бочку и залутать, как меня телепортировали вниз. Кстати, что хотел сказать? То, что... Игры по эпизодам обычно, знаете... Ой, Фатима. Игры по эпизодам обычно...
знаете, сделаны так, что ваш выбор повлияет на какие-то дальнейшие события. То есть, не играя в предыдущий эпизод, не можешь поиграть в следующий. Но это явно не та игра. Здесь я просто предыдущую удалил, новую поставил, без всяких прохождений, потому что это пиратка. В лицуху говорят тоже... Ой-ой-ой. В лицуху говорят, хрен поиграешь, управление типа вообще шлак. И вот, значит, и как я понимаю, что модернизация оружия у меня тоже с каждой главой слетать будет. Ну, мы видим, да, что вот у меня ружье стояло прокачанное, стало непрокачанное. Поэтому пытаться играть в пиратку на высоких сложностях, а до того, как выйдут все эпизоды, по-моему, дело гиблое. А, кое-что он мне показать собрался за гаражами. Очень интересно. Что это у нее? А что это у меня на правой ноге одето? Не пистолет, а вот эта лямочка какая-то. А, это пистолет привязан. Кобура аж пристегнута должна быть. Я думал, что я как Робокоп, у меня пистолет прямо из ноги вылезает. Кстати, я что-то не понял, а почему у меня в руках вот такой маленький пистолетик Макарыча, а в кобуре вот этот Магнум покоится на моем бедре сочном. Я хочу стрелять из той пушки. Какой идиотский скин, да? Собственно, я не удивлюсь, если самурайского меча у моей бабенки тоже не будет. Сколько мест в вертолете? 4. Как раз мы сможем улететь толпой. О, монтировка. А у этой даже есть кольца на жопе, смотрите, чтобы было за что пристегнуть к батарее. Так, расположение точки отпирания можно определить по цвету курсора и вибрации контроллера. Вот оно что, по вибрации контроллера, но у меня, к сожалению, не знаю, как у вас, моя мышка без вибраций. Поэтому я только на цвет буду. Иногда точек разблокировки несколько. Охуеть можно. Как сложно открыть этот... Я как будто сейф вскрываю. Видите, точка краснеет, значит я мимо промахиваюсь. То есть надо нажимать плавно. Филигранная работа гвоздодером бесит неимоверно. Итак, что надо сделать? А, топливо и аккумулятор. Ну понятно, конечно, две супертелки. Сейчас пойдут, одна понесет канистру полную бензина, вторая попрет аккумулятор, та что худенькая. Вспоминая вес аккумулятора, это где-то килограмм 10, наверное, не меньше. Ну да, почему бы нет, сейчас сходим. То есть грязные оборванцы будут сидеть и ничего не делать, а мы пойдем. И снова я, кстати, забыл, на какую кнопку юзать фонарь в этой игре. На Z или на что? Кстати, что примечательно, это то, что второй эпизод оптимизирован лучше, чем первый. Я сейчас пишу 30 кадров в секунду, и они не лагают, господи. Спасибо вам, разработчики. Капком хоть на что-то сгодился. Что ты клэркаешь, блин? Ищи, блядь, бензин, ёпта. Так, и все-таки. Нет, все правильно, я помню. Фонарик переключается на Z. Просто фонарик есть не у всех. Вот в чем дело. Ай, да, забыл я. Забыл, что у меня специальный носильщик фонаря есть для того, чтобы было светло. Если он темно и не видно... Убери нахуй свой, блядь, камешек с экрана, ёб твою мать, блядь. Вы видели это дерьмо, блядь? Вы нашли камень, который вообще хуй знает зачем нужен. Давайте мы въебем его изображение во весь экран, пока вас убивают. Отлично, блядь, хорошая идея. Я ебу, как будто эту игру реально не Капком делает. Ну что это за детский сад, блядь? Неужели надо объяснять такие вещи, что так не делать нельзя? Что-то полное дерьмо. Никто не оценит, блядь. О, кто-то мотороллер заводит. Какой-то деревенский паренек, наверное, поедет катать свою чику. Ну, судя по звукам, что я не знаю, как с какой звук... О, это он... Ты что, на зимнюю рыбалку собрался? Зачем тебе этот коловорот, блин? Классно. Господи. Дай эту штуку моей носильщице. Он мертв. Так, пистолет-пулемет, вау, круто был. АБ-50, надо же так называть пистолеты-пулеметы. Дневник путешественника, путешествовал он в 2008 году. Этот островок я нашел в старой пыльной книге на картах
и вообще нигде не отмечен. Подумал, заебись, это шанс найти приключения на неизвестном острове. Так хочется туда. Аренда вертолета обошлась недешево. Как только мы сели, местные захватили вертолет, и меня попустили по стражу. Нехорошо. А теперь я заперт в старой грязной комнате. Эти чуваки прибабахнутые, не могу объяснить. Бывает, посмотришь на человека и чувствуешь, что с ним что-то не так. Да, атмосфера здесь очень нехорошая. Эти чуваки спросили о том, что со мной делать, как насчет отпустить. Я снова и снова им говорил, что прибыл на поиски приключений, но они не слушают. Это очень нехорошо. Похоже, эти чуваки не могут уразуметь, что это место мог найти посторонний. Эй, ау, сейчас эпоха технологий. Если хорошо искать, найти можно вообще что угодно. Но у меня зарождается чувство, что решение поехать сюда не слишком удачное. Блин, 2 месяца, а я до сих пор здесь. Бред. Происходит что-то нехорошее, я никого не видел. Слышу звериный рев, но не вижу источника звука. Какого хрена? Они ведь не забыли, что я здесь, правда? Ну, тебя кормят, наверное, 2 месяца, правда? А, ни еды, ни воды. Собрал дождевую воду, помогло. Нет сил даже крысу поймать, долго не протянул. Воды, 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 воды. Боже, прошу, воды. Ну, посветишь ты на него, ёпта. Ну, не так уж он и исхудал, руки все еще мясистые. О, точно, надо же за бабу играть. Баба же выйдет, везде эти всякие блестюнчики. Да у нее и жопа-то помоложе. Пойдем. Нашего полку прибыло, нас стало трое. Так, а где... Куда-то эта дорожка уводит меня. Так, где я оставил эту дверь? Кстати, что за звук? Тебя не смущает, чувак, что за тобой там кто-то прыгает на одной ноге? Многие в интернете пишут, что игра зашибись, 10 из 10, очень прекрасная, вообще очень супер, но... Все мы знаем, что это воскресшие зомби и их верховный лич Блэк Сильвер. Больше никто не может оценить игру, в которой оценивать нечего. Почему так шумно дрелит эту стену? И все трясется, как будто лагает, но это не лаги, это просто он так бурит, что земля дрожит. Нефтяник, наверное. Ёб твою мать, а это что такое? Нет, я помню, кто это такое. О, пацаны, расходимся. Я смотрю, что в этой части второй персонаж стал драться. Я что, пустую бутылку в него бросил, или она взорвется сейчас? Я так понимаю, они на шум бегут, да? Вау. Эта бутылка наконец-то жахнула, правда? Правда круто. Через полчаса ровно. Слушай, ты быстрее как-нибудь это делал все. Не прошло и полгода. Что за звуки? Подожди. Как тут инвентарь-то? На П, на Е, на У, на Т, на Ж, на К, на Л, на Т и АО. На что? На Т. А, передать патроны тому, кто умеет ими пользоваться, мать его. Вопреки моим ожиданиям, УЗИК не может стрелять пистолетными патронами, как это было в Alan Wake. Спирт. А, не знаю, полетит ли на спирту наш вертолет. Возможно, что это для коктейлей Молотова. Перевод продукта. Кто-то там дышит, сука, падла. Бой будет очень ближним, поэтому... Поэтому дробовик. Не-н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 е. Лежи. Ай, твою мать. А кто топливо должен нанести? Конечно. Моя худенькая носильщица. Вот так, девки, вы носите... канистры с бензолем. Это качает жопу, руки и все остальное. Не стесняйтесь напрягаться и поднимать тяжести.
Что-то вообще за отговорка, типа я не буду поднимать тяжести, мне еще рожать. Да если у тебя не будет классной жопы, то рожать тебе не придется, поверь. Вряд ли кто позарится. Поэтому носи, надрывайся, смело я рекомендую. Так, что там? Что это у нас здесь за... Да ебись, блядь, это вот, вот камера на поворотах при спринте, это просто вообще маленькая рука. Но я думаю, что у Мойры рука как раз маленькая. Как раз, чтобы держать член. У этой тоже. А, видимо, девочку имеет в виду. Совсем маленькая рука. Нам нужен Тирион Ланнистер, ёпта. Все-таки игра полагивает, когда я вхожу в дым. Ну, потому что дым-то здесь просто... как это... новомодное слово, блин. Next gen, блин. Ой, топаз. 100 бонусных очков. Что это за бонусные очки, я так и не понял по прошествии предыдущей части. Какие бонусные очки, на что они нужны? Давай, корова. Ой, блин, только не говори, что я внутрь провалюсь сейчас. А тот чувак вообще с нами не пошел. О, вот оно чё. Там доктор, доктора Дрель-то позовите, ёпта, сейчас наверняка дверь придётся сломать. Ай, блядь, да что ж такое-то, он жёлтым же горел. Одну руку положил на джойстик, но он не вибрирует. Блядь, да что ж ты будешь делать-то, охуело что ли? Ура! Вау, что это такое? Эластичный пакет? Это для чего? Расширить инвентарь, что ли? Ой, мать твою, за ногу! Вот. Трава? Трава. Ой, блядь, здрасте. Как молодой человек желает познакомиться, видимо. Молодой человек с плохими манерами молодой человек с плохими манерами и здоровой кувалдой хочет познакомиться с маленькой хрупкой женщиной. Да ёбжешь. О! Китайца молоти, у него все равно жизнь бесконечная. Так, все, валим отсюда, валим. А. В принципе, они бегают очень быстро для людей, которые тащат, блин, килограмм 30 на себе. А это что тут прогуливается, ходит? Вышел пробздеться по Бродвею, блин. Так, как пройти-то? В библиотеку, блин. Ой, патроны к СМГ. Да ёб твою медь. МПМ. МПМ это реально ж пистолет Макарова, да? И ж меня не глючит. Подожди, мне вот туда надо за ворота. Мы пройдем, гражданин? Да, мы пройдем. Гражданин не против. Давай, чувак, полетели. Валим отсюда. Масляную магию для починки вертолета. Я бы на твоем месте начал сразу с Авада Кедавры, потому что нам сейчас будут рвать жопу подручными инструментами. Давай, самурайка, доставай свой меч. Отключите сирену. Пахучий химикат. Отключить сирену, это звучит-то легко, но все мы знаем, что сейчас на меня будут наваливаться толпы мобов. Да, ёб твою мать. Опачки. И нихуя в нем... А, ну да. Детали, которые я все равно не использую никогда, потому что мне лень идти и крафтить.
Вернее, прокачивать эти пушки. Разберемся, как мужики. Кроме как с вот этим, с кувалдой, с ним разобраться невозможно. Где-то здесь отключается сирена. О, блядь. О, блядь. Сука. Я почти уклонился. Да, в пизду мне ваши эти лечения. Открывай нахуй эту дверь. Вон там, наверху она выключается. Так, а ты можешь полечить эту? У меня есть что-нибудь лечебное-то, ёптать? Сочетание. Блять. Да, блять. Передать. Зачем ей? Её все равно, по ней все равно дамаг не засчитывается. Отлично. Вроде как прошло. Кровотечение. Так. Скорострельность это мы в пистолет. А урон это мы в автомат. У дробовика, потому что и так фишка то, что он бросает всех... Даже тебя прокачал? Да, у дробовика фишка, что он бросает всех на землю, после этого добиваешь их ножом, и все, ему не нужны для этого ни урон, ничего. Как удобно, что... А, во. Как удобно, что сирена выключается в здании, где мы только что сидели. Это сцены экшена из четвертой части, где надо стены закрыть. Решетка-то как, сука, в сельском магазине. Спокойно, Педро. Жалко, с них лут не валится. Да как они через окно могут лезть? Это же решетка железная. Переживите штурм, стоит задача. Как только они, они пыли напустили, сразу лагать меня начало, блин. Это при том, что никаких теней в этой игре вообще не... А, нет, какие-то тени есть. Чувак стреляет из ружья, но он из ружья стреляет абсолютно холостыми патронами. Я что-то не вижу, чтобы, знаете, чтобы кто-то... А, он почти выломал решетку. Видимо, сейчас штурм будет повеселее, да? Он два раза в него из дробовика выстрелил, тот даже не упал. Так, пацаны, занимаем высоту. Целиться в этой игре по-прежнему невозможно. Я убрал чувствительность мыши. Было 5, я поставил 2, но все равно миллиметр сдвигаешь и... Капец. Особенно если целишь вдаль. Типа я не попал, да? Занято, блядь. Найдите себе свое убежище, ублюдки. Ну чё ты его не добила-то? Чё он там, чё он делает? У него приход, походу. О боже. Педро обосрался и стал мутировать. Вот так, не надо брать с собой сыкунов, это опасно. О! Она ему втащила. Да ладно. Это после того, как у меня патроны кончились? На, блядь. Встань.
Зачем мне показывают Мойру постоянно? Что она может сделать? Когда у персонажа партнер закончит очки жизни, он упадет. Упав, он не сможет подняться. Смотри, все-таки у нее жизни не вечны. Да, блядь. Я нажимал на тап, но ничего не произошло ни разу. Ну, взорвется ли это дерьмо сегодня? А, надо подержать еще. Отлично. Они взорвались, когда... Заебись. Они взорвалось, когда, сука, я... Мы там были, а не враги, блин. Я что-то не понял. Пошел нахер. И куда мне? И как мне? Что делать-то надо? Какая задача стоит? Бежать что? Бежать, не бежать. Я уворачиваюсь за двух персонажей, потому что, сука, они сами нихуя не увернутся. О. Чувак в рубашке. А ты не хочешь пострелять в нашу сторону и немножко спасти нас, блин? Да, патронов очень мало. За Барри было веселее играть. Блять. И вторая начинает спускаться. Пиздец полный. Ну. Нет, она начала, она залезла все-таки. Я думал, что их обоих можно на лестницу положить. Повесить, вернее, чтобы хотя бы их жопу от бура-то уберечь. Ты дурак? У тебя единственное есть оружие, ублюдок, стреляй в них. Вот урод, а. Пиздец, ну видите, да? Видите, да, как классно играть, блядь, с ботами в эту игру? Скажите мне, блядь, что я виноват. И сейчас самое прикольное, что вторая баба, она не стоит наверху и не ждет. Она сейчас, сука, на пути сюда. Вот она, блядь. Правда ли? Не правда ли? Не правда ли? Отлично, блядь. Отличная игра. А со спринтом, как я уже сказал, не пристроиться к камере ни в коем случае. Заебись. Шанс спастись был близок, как никогда. Но не случилось, к сожалению. Нет, все-таки... Если я переключусь на ту бабу, дело в том, что это начнет слезать, поэтому пусть она там как хочет, блядь, вылезает, я ебал. Мне как бы похуй, что там с ней. Как было похуй разработчику на то, как, блядь, люди будут играть в его ебаную игру. Ну, а хорошо, что вот тот чувак стоит и пилит стену. Уже и сюда залезли, да? Вперед, дура, вперед, блядь. Уходим отсюда нахуй. И чё? О, внизу открыл. Классно, классно, да. А, все больше и больше. Мне эта игра нравится. Я думал, что лучше она стать не может. Нет, еще есть куда. Сколько же... Понятно. Ни патронов, ни аптечек, ни хрена. Надо играть этой с фонариком, может здесь блестят где-нибудь патроны. Кто бы их тут выронил, интересно, но неважно. Да. Дело в том, что когда юзаешь спринт, отлично. Вернемся за пилой, да? Конечно, сейчас я напрягу бицепс. А, Клэр нужна. Клэр же чемпионка по жиму лежа, давай. Эй, любимушка, ухнем. Ни один мышца не напряглась на ногах Клэр. Опустите кирпичи ему на ногу. Все, мы типа в безопасности, да? Там записка формата А4 лежит, я видел. Зачем-то она выключила фонарик, чтобы съехать в полную темноту. Что логично. Мне радостно, что ты в порядке. Надо так сказать, мне радостно.
Продолжаем собирать пустые бутылки. Тару. Собираем тару. Педро, не Педро. Так, дождись. Педро Зурита. Пустая бутылка. Сочетание с пахучим химикатом. Сочетание с коктейлем Молотова. Дезинфицирующее средство, вот это я лоханулся. Я смотрю, что все коктейли Молотова дали Мойре. Она папку-то не любит, я смотрю. Пока я занимался крафтом, я, честно, пропустил все субтитры. Видимо, этим субтитры и плохи. Так, блять, какое же управление убогое. Передать. Сама эта дура, конечно же, пушки свои не зарядит. Мойра догадывается гвоздодером атаковать. О, тут, кстати, еще вот эти рисунки, которые волшебным образом видны в свете фонаря. Да ёб твою мать. Обожаю вот это передать. Ну, почему вот они сразу не передают второму персонажу, у которого есть оружие, из которого можно стрелять этими патронами, а? Что, я думаю, сейчас глава должна закончиться уже. Вау, нихера себе, мы в Мордор пришли, походу. В стимпанковский Мордор. Сейчас выбегут стимпанковские орки. Надо дождаться рассвета, когда вампиры лягут спать, да? Патроны к пистолету, пулемету. Заебись. Потом заряжу. Надоело уже. Ну да, это глава зателок, по крайней мере, играется живенько. О боже, свинья! Блять. Эта шаболда, конечно же, не стреляет. Почему-то на выстрелы никто не сбегается, только на сирену. Как ее на бегу срезал, а? Красавчик. Блять. Ох уж эти переключения персонажей, потрясающая мысль была. О, ты решил поддержать нас своими меткими выстрелами? Вот уж не ждал, не ждал. Заебало ты делать так, свинья, блядь. Ёбаная. А, так они бегут именно к Мойре, я смотрю. Я их мало интересую, тогда я встану сбоку и буду ждать их вот здесь просто. А, все, мы закончили. Какие-то звуки несварения желудка просто раздаются. Кстати, эта часть... А, ну да. Передать. Мне все время кажется, что мне перезарядить пишут. А если я им закину туда вот это? Что будет интересно? Ща жахнет. Вот ща. Сейчас вот. Ну. Большинству-то из них похуй, конечно. Вообще, бутылка с вот этой вонючей жидкостью просто говно, судя по... Ни дамага не наносит. Тот последний декоративный, видимо, его нельзя убивать. Ну, давайте. Ах. Их там только больше стало, блин. Сука. Издевательство. А, парень не дает нам разлучиться, молодец. А чё он тогда Мойру не... А, он Мойру подсадил, или мне кажется, Клэр ее подсаживает. Мне не дотянуться. Ой, я не умею прыгать, меня не научили. Пыщ, блядь. Куда он, интересно?
Ладно, не будем задавать глупые вопросы, которые нас не касаются. До вышки, я уверен, 2 шага. О, спиртяжка. Так, я думаю, что сейчас мне нужна баба с фонариком. Нет, бесполезно, тут ни хера нет. Ткань. Я слышу русскую речь. Какая-то Восточнославянская республика. Экономический рост и биотерроризм. Новости радуют. Сейчас, глядишь, про Украину что-нибудь скажут. Это же русские новости идут, судя по... Государство СВР какое-то. Блять, только не ты. Как надо дробовик как-то забрать? Назад, ублюдки. Выходи, 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 выходи. Ну. О! Я надеюсь, вам слышно эти новости. Не могу, к сожалению, прибавить весь звук в игре. Или сделать только радио погромче. Так, как мне дробовик-то, сука, взять? Сука, дерьмо. Это какая-то загадка, давно их тут не было. А, ну да, загадка бога. Девочка, президент ПСР Светлана Белякова, сказали. Сука, прикол. Не могут они без русских обойтись в играх. Так, ну и что, а залезть на какую кнопку? На Е. Ружье ТАП 194. И обрез мне оставили. Ружье стреляет другими патронами, я смотрю. Видимо, ружбайка топыжами херачила. Выходим. Интересно, когда уже компания за тёлок во втором эпизоде закончится? Что-то их, ну, очень много здесь. Сука, собаку разбудил гребаную. Ну этот, сука, и этот, блядь. А, и медленные, это похуй. Куда нам надо придвинуть эту хуйню? А, от входа отодвинуть. Опа. Опа. Давай-ка отманим их, отманим. Отойди, отойди от них, блин. Пошла нахуй, заебала. Близнецы, близнецы Кличко идут. Да ёб твою мать. Ну. Я думал, что я всех собак убил. Давно я так не ошибался. Нельзя, нельзя отодвинуть этот контейнер в сторону, куда двигать меньше. Надо двигать в сторону, где двигать дохуя. Вот такой прикол.
Я вообще не понимаю, в какую сторону пока что он двигается. Да он, блядь, вообще нахуй не двигается. Вот в чем дело. Ну, что ж. Сбылось худшее. Придется их убить. Или сдохнуть, блядь. Это отличная идея, заляпать, блядь, мне месячными весь экран, чтобы я вообще никуда не видел. Понимаешь, детка, я бы рад. Если бы можно было как-то лечиться по-быстрому, я бы сейчас тут не подыхал. Теперь надо скрафтить. Да, пока, блядь, в этом ёбаном симуляторе санитарки, блядь, настроишь нахуй, накрафтишь себе всяких там, блядь, бинтов, аптечек, все уже пиздой все накроется 20 раз. Сдохнешь, блядь, когда-нибудь, заебал нахуй уже, а. Этих контрольных, блядь. Сочетание с чем, блядь? Итак, как же двигаются эти ёбаные ящики? А. Да хуй там. Я их просто оба придвинул сюда и пизд... А. Хуеть можно. Ты чё, блядь, охуела? Ушла с дороги, нахуй. Тупая, блядь, пизда. И это я хотел... Это я вот так вот хотел по-быстрому отодвинуть, чтобы их не убивать, блядь, когда второй персонаж будет стоять и тебе мешать, блядь. Отлично. Надо было сразу их убивать, блядь, тогда бы... Хоть здоровье было бы. Патронов бы так же не было, но был бы здоров, блядь. О. Девочка. Девочка. Может, там Барри рядом, вооруженный до зубов, бля. Господи. Просуньте руку, нажмите на рычаг. Я не могу играть за эту бабу с мигающим экраном, я ничего не вижу. Ну, заебись. Короче, понятно, походу, эта кампания будет длинная, как хер знает что. Поэтому здесь, я думаю, что серия закончится. Я не хочу многочасовые видяшки делать в пизду. Никаких тут нету разделений, разграничений. Думаю, тут, блядь, еще вот это все надо пройти. И только потом, что уже дадут следующих персонажей. Вот так, так что всем спасибо. Что-нибудь жмите, например, на рекламку, что-нибудь пишите, например, комменты. Ох, адью.